начинается атака. Ну, очень здорово включаются игроки Славии. Не дают просто принять мяч. Были там Ислачи. Здорово действует Комаровский. Передача на дальнюю штангу. Удар по воротам. И гол забивает Александр Папуш. Вот такое вот возвращение для опытного игрока. После небольшого рикошета мяч попадает в дальний угол. И Родион Симу не смог выручить. Снова Комаровский. И здорово выглядит Ислач. Удар по воротам. Какая же красота. Вот Мамоя Сане. Принял в одно касание на грудь и с правой ноги в дальний угол. Девятку сорвал на 55-й минуте. Потрясающая атака. И показалось, что снова Дмитрий Комаровский. Павел. Проблемы с обработкой. Вот момент. Удар 1-0. На 6-й минуте забивает Ислач. И самое удивительное, что забивает тот, кто вышел на замену. Конкретно вот Ян Сане пробивает поворотом и забивает. И вот на 11-й минуте отлично развернул самого. И как прицельно пробивает поворотом в дальний угол от штанги. И Довьяло был бессилен. А тиший разрыв, я уже говорил, Ян Сане. Очень скоростной футболист. Хорошая передача на Комаровского. Комаровский пробивает поворотом и гол! 2-1. Ислач забивает второй мяч. Комаровский. Oh.